Музыкальная группа из Рыбницы «Доредос» прошла в финал молдавского национального отбора на конкурс Евровидения 2015. Накануне состоялся второй полуфинал. По оценкам жюри и итогам зрительского голосования группа набрала наибольшее количество баллов – 17. Напомним, рыбницкие артисты на конкурсе представляют песню «Морячика». В национальном отборе участвуют еще несколько музыкантов из Приднестровья, та группа Sunstroke Project прошла в финал, а исполнительница Рэби не набрала достаточно баллов. Кто будет представлять Молдову в Вене, станет известно уже завтра. Сам конкурс Евровидения пройдет с 19 по 23 мая.